Для изготовления уникальных деталей для нашего 3D-принтера мы используем фотополимерную печать. У нас 7 принтеров под различные задачи. Любые размеры, свойства. Можно печатать что-то твердое или упругое. Именно здесь мы создаем сердце нашего принтера. Да-да, вы правильно поняли. Мы на принтерах печатаем принтер. Начинается все с 3D-модели. Располагаем ее на платформе. А для успешной и правильной печати используем поддержки. Фотополимерная смола – это то, из чего будут состоять наши детали. Для каждого из направлений, будь то инженерная, стоматологическая, ювелирная, модельная, используется конкретная смола. У нас инженерная смола российского производства. Детали, изготовленные из этой смолы, имеют более высокую прочность. Заливаем смолу в принтер и начинаем печать. Как же жидкая смола превращается в твердую деталь? Все дело в том, что она твердеет под действием ультрафиолета. Платформа поднимается, смола под нее затекает, платформа опускается, засвет ультрафиолетом, слой готов и так далее. Как видно, после печати на детали остаются излишки смолы, которые удаляют техническим спиртом. У нас для этого есть две ванны. В них под действием ультразвука излишки смолы отделяются от детали. Постобработка. Тут все просто. Если есть поддержки, удаляем поддержки, а после зашкуриваем. Чтобы деталь окончательно набрала свою твердость и прочность, ее нужно дозасветить. Многие используют обычные бытовые ультрафиолетовые лампы. Мы используем вот такие камеры. Кладем в них детали и ждем. Какие меры безопасности на производстве мы предприняли? Перчатки, очки, маски. Система фильтрации воздуха от мелкодисперсной пыли. Мы установили рекуперативную вентиляцию, то есть теплый, с запахом смолы воздух вытягивается наружу. Засасывается свежий воздух, он обогревается тем, который вытягивается, не смешиваясь. Ну, и как вам наша ферма фотополимерных принтеров? Классно, да? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Меня зовут Саша Моторин, и я работаю в Лерто.